Россияне, вы зачем свою историю переписывали столько раз, что теперь даже не знаете, кто вы есть? Сами не знаете, кто вы есть. Смотрите, если бы вы имели настоящую историю, то у вас бы было бы все по полочкам разложено, как в любых других странах. Вот возьмете Грецию, там все по полочкам. Если вы есть, значит, у вас есть свои мыслители, правильно? Но если вы есть, значит, у вас есть свои мыслители, свои ученые, своя письменность, правильно? Свое оружие, своя архитектура, свои battles. Вот такой, Куликовская битва. А где она, Куликовская битва? А была ли она, знаете? Вот во всех странах есть доказательства, во всех странах есть какие-то письма, подтвержденные, летописи. Где это все? Где это все? У вас ничего нет. У вас ничего нет. И вы пытаетесь пробраться через страны с великой историей, с великими, там, не знаю, доказательствами того, что они были тысячи лет назад, тысячи, там, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 лет назад, они были. А вы такие пробираетесь, мы тоже. У нас тоже письменность была, у нас тоже мышлители, у нас тоже ученые, у нас тоже, Причем, начнем с того, что Москва один из самых младших городов России. Я не знаю, есть ли младше, но, допустим, я скажу, один из самых младших. Как вы можете сделать столицу такой Москвы, да, столицу государства, город, который был создан после всех остальных? То есть он ничего не создал. Дальше. Вы также знаете, что под Москву никто не хотел ложиться. Москва всех оккупировала. Вы это тоже знаете. Она до сих пор всех оккупирует. Вы что думаете, Воронеж хочет быть под Москвой? Или Иркутск? Или Саратов? Или Тюмень? Нет. У вас Москва пришла потом. И потом все захватила. Это называется рабство. Вы живете в рабской стране, где все подчиняется Москве. И Москва сама даже не может толком сказать, когда она сама создалась. Кто ее папа, кто ее мама. Где были эти князья, в которые были в начале? Все начинается чуть ли не от Петра Первого. А до Петра Первого кто может мне рассказать по полочкам, где эти портреты царей? Ну, живопись даже. Живопись уже была все тысячи лет назад. Где живопись? Где портреты? Где образование? Где ученые? Где кто? Так вообще, что вы, как знаете, как червяки жили в какой-то землянке, мутузились, не знаю, там, убивали, всех нормальных убили. Ну, вот если бы не Москва, Новгород бы, я не знаю, Швейцария бы был, Великий Новгород.